Как избавиться от цифровой зависимости, если нужно постоянно быть на связи? Проблема в том, что мы используем это «нужно быть на связи» как оправдание для того, чтобы держать телефон при себе и проверять его при каждом удобном случае. Мне для того, чтобы избавиться от привычки постоянно заглядывать в телефон, понадобилось сделать две вещи. Первое. Я не пользуюсь телефоном по утрам час после пробуждения и вечером после 11 часов. Если ваш руководитель может вам в это время написать, то сделайте просто. Занесите его в избранное, поставьте телефон на ночной режим и предупредите его, что если вы ему понадобитесь в это время, то он может вам просто позвонить. И откладывайте телефон и спокойно готовитесь ко сну. Кроме этого, я отключил звуковые уведомления во всех приложениях, кроме одного, где мы переписываемся с моим руководителем. Таким образом, когда он мне пишет, я всегда об этом знаю, а всех остальных проверяю по мере возможности. Ну и, конечно, на занятиях в академии мы тоже никогда не пользуемся телефонами. В общем, создайте себе условия для того, чтобы побольше пребывать в реальности, и у вас все получится.